В Мурманске случаев отравления детей, как в Александровске, уже долгое время не фиксировали. Но, несмотря на это, депутаты горсовета вооружились ложками и уже второй раз за последнюю неделю отправились с проверкой в столовые образовательных учреждений. Народные избранники оценивают качество обслуживания в пищеблоках и дегустируют блюда. Ведь здоровое питание, как оказалось, по вкусу далеко не всем ученикам. Элина Ким продолжит. Депутаты решили усилить проверку качества питания детей в трех районах Мурманска. В Первомайском районе выбор пал на школу номер 31. Здоровье любого человека, тем более ребенка, это всегда должно быть пристальное внимание всех. И депутатского корпуса, и администрации города, и вообще всех-всех людей. Ну и в первую очередь родителей, конечно. Уже 7 лет горячими обедами и завтраками все учебные заведения нашего города обеспечивает центр школьного питания. Каждое блюдо сбалансировано и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Но главное, еда в школе, на детский привередливый взгляд, очень вкусная. Да, очень нравится, очень вкусно, очень полезно. Мне все нравится. А любимое блюдо какое? Мне нравятся котлеты с рисом и горохом. Чтобы не быть голословными, депутатам и журналистам предложили продегустировать школьный комплексный обед. Первое, второе и компот. Но даже уже вот это посещение, и вы сами попробовали, да, согласитесь, что заявление некоторых родителей о том, что мой ребенок не питается, потому что невкусно, они несостоятельны. На следующей неделе депутаты планируют оценить уровень снабжения и качество продуктов в одной из школ Ленинского района. Элина Ким, Евгений Бугрецов, телеканал Арктик ТВ.